Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу». Вот это самый большой одноосный прицеп. Hobby Deluxe Edition 560 KMFE. Больше него уже идут только двухосные прицепы, 620-е. Давайте опять расшифруем всю аббревиатуру Hobby Deluxe Edition 560 KMFE. Hobby – это бренд, Deluxe – это название серии, семейная серия, Edition – это значит улучшенная планировка. По всему периметру прицепа внутри горит красивая светодиодная подсветка и немножко лучшая отделка мягкой мебели. 560 – это внутренний размер, 5 метров 60 сантиметров. КМФЕ означает, что у него присутствуют детские кровати, и у него столик посредине, М. И буковка Е означает то, что умывальник вынесен отдельно от душа и от туалета. Но у него еще есть одно огромное преимущество, которое не отражено вот в этих буквах. Это преимущество ноу-хау Hobby 2019 года. Но компания Hobby всегда идет впереди, она делает всегда что-то новенькое. И последнее время она начала переносить идеи автодомов в прицепы. И вот сейчас одну из таких идей я вам покажу. Как вам это нравится? Гараж. Самый настоящий автодомовский гараж в прицепе. Ну, дело в том, что этот гараж, он выполняет двоякую функцию. Если семья из двух детей, а серия Deluxe – это семейный прицеп, и ваша младшая дочка решила не поехать с вами в путешествие, а старшая захотела поехать, или ваша старшая дочка выросла и уже вообще не хочет никуда ездить, и вот одна кровать освободилась, да, и эту кровать мы превращаем в кладовку. По автодомовскому это называется гараж. И сюда мы можем положить скутер, электрический велосипед или какое-то тяжелое двухколесное средство передвижения. И вот это единственный прицеп, который позволяет это делать. И, кстати, этот прицеп, вот этот и 545-й, у этих двух прицепов есть дополнительная опция увеличения максимально допустимой массы до 2 тонн. То есть в этом прицепе можно увеличить клиренс, и он становится, помимо того, что можно очень много вещей туда взять, он становится еще высокопроходимым. Давайте зайдем внутрь и посмотрим этот гараж изнутри. Ну вот многие спрашивают, а что такое серия Edition? Это улучшенная обивка мягкой мебели, вот она приятная такая на ощупь, да? И вот эта вот светодиодная подсветка, которая идет по всему периметру прицепа. И цветовая гамма прицепа, вот такая вот, ну, необычная, да? Вот это отличает серию Deluxe от Deluxe Edition. Вообще столик посредине – это всегда очень удобно. То есть, когда вы пообедали, поужинали, мама с папой идут направо, а дети идут налево. И не нужно столик сворачивать для того, чтобы здесь кто-то спал, потому что присутствуют детские кровати. Ну и в то же время можно взять сюда еще друзей детей, если нужно, потому что этот столик можно всегда превратить в еще одну кровать для двух человек. В итоге этот одноосный прицеп может, в нем могут отдыхать раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Но когда не так много людей, вот это вот первый этаж, вот так вот эта кровать, да, а так это кладовка, где могут размещаться электрический велосипед, какие-то дополнительные вещи, и все это закрываться вот такими дверками. Вот. Дальше здесь присутствует, кстати, детский шкафчик еще один. И все это можно закрыть шторками. Ну, например, детки легли спать и закрыли шторами, чтобы их не тревожить. Вот. Ну, кухня здесь достаточно стандартная, обычная. Нет никаких каких-то там невероятно больших размеров. Именно эта модель укомплектована духовкой Тетфорд. Правда, эта духовка Тетфорд, печка Тетфорд трехкомфорочная. В серии Prestige
эти духовки бывают четырехкомфорочные, одна электрическая. Холодильник на всю высоту прицепа. Бывают маленькие холодильники, вот как эта духовка, но в этом прицепе большой холодильник. Шкаф для взрослых. Кстати, там шкаф для детей. Этот прицеп тоже имеет одну особенность, что у него два шкафа. То есть обычно у одноусных один шкаф для вещей, а у этого два. Вот как я и говорил, буковка Е, КМФЕ, говорит о том, что умывальник вынесен отдельно от туалетной комнаты. И вот сама туалетная комната. Душ, вот так он, кстати, инсталируется. Это уже инсталлированный душ. Вот этот душ, это как дополнительная опция. Ну, она недорогая, но все-таки это считается дополнительной опцией. И туалет. И вот, обратите внимание, мой рост 1,86 м. И вот я свободно нахожусь в этом душе. Вот лейка, все нормально. То есть некоторые люди думают о том, что вот он, ах, какой он маленький. Абсолютно нормальный большой душ, где можно свободно помыться. Это был прицеп Hobby Deluxe Edition 560 КМФЕ с гаражом. То есть единственный прицеп, у которого сзади есть гараж или кладовка для хранения и транспортировки больших вещей или там больших тяжелых транспортных средств, таких как скутер, велосипед электрический или просто каких-то массивных вещей. Плюс этот прицеп может комплектоваться как дополнительная опция усиленным торсионом, что позволяет значительно увеличить клиренс этого прицепа для повышения его проходимости. Это был прицеп Hobby Deluxe Edition 560 КМФЕ. Еще больше видеообзоров вы можете посмотреть на нашем сайте domvdorogu.ru. Не забывайте раздел путешествия, потому что тот, кто путешествует, живет дважды. Раздел путешествия на сайте domvdorogu.ru.